Итак, делаем итальянскую пасту. Раскатываем такую штуку. Ну ты, конечно, маг прям. Растягиваем ее. Вот у нас тесточка уже готова. Все. И теперь делаем лапшицу. Конечно, она будет слишком длинная, поэтому мы немножко обрежем ее. Где-то так. А можно и метровую делать. Итальянцы иногда любят такую длинную пасту. Варят. Все. Теперь ложим сюда ее. Такую штучку. И крутим пасту. И отсюда вытаскиваем. Так, так. Все. Пасточка готова. И на сушилочку. Все. Включай. Вау. Какая лапша. Карина. Хочешь что-то добавить? Иди. Только грибной соус. Грибной соус, говоришь? Да. Ну, это тоже хороший совет, так, если подумать. Все, пока. Подписывайтесь на нас.